Цитиус, альтиус, фортиус, гласит олимпийский принцип, что означает выше, быстрее, сильнее. В общем, все это про спорт, конечно, разговоры. Мы много говорим об олимпийских видах спорта, много говорим о развитии олимпийского движения. И у нас у всех на слуху различные большие, серьезные команды, которые получают большие финансовые вливания. Но вот помогает ли это развитию спорта в стране вообще? Вообще? Тут, да, ну, вообще да, для тех видов спорта, которые принимают участие в Олимпиаде, прежде всего, конечно, да. А кто не олимпийский, так там похуже. Я-то вот считаю, что спорт высоких достижений – это все, конечно, прекрасно и здорово. Это Но нам... большие океаны начинаются с малых рек. Да, совершенно верно. И уже который год ведет разговор о том, что наши сборные некому наполнять, потому что вот это самое первое низовое звено спортивное, оно, по сути дела… Истощено. Да. Ну, не выполняет своих функций. Это наша большая беда. Об этом мы сегодня и собираемся поговорить с Натальей Рогалевой. И Владимир Мутовкин. Программа «Тот еще вечер». Полчаса мы проведем вместе с вами. Звоните, телефоны расскажем. Ну, а тема эфира у нас звучит сегодня, в общем, несколько напряженно. Недоступный спорт. Может, мы, конечно, немножко сейчас сгустили краски на спортивном небосклоне, но так или иначе, много вопросов, много есть. Ну, что скрывать, да, каких-то трудностей, препятствий, которые предстоит преодолевать и городским тренерам, и областным тренерам. А вам, значит, мы что предлагаем сегодня? Во-первых, принять участие в нашем опросе, который уже работает на странице в соцсетях, в группе 12 канала. По вашему мнению, что будет способствовать развитию спорта в нашей области? Есть вариант, в общем-то, все работает отлично, спасибо. Нужно больше открытых площадок, качественных и бесплатных. Нужны хорошие тренеры. Необходимо обеспечивать детей необходимой экипировкой за счет бюджета. Нужно больше примеров для подражания. Спорт должен стать образцом жизни для всех. И ваш вариант в комментарии. Да. Ну и звоните нам. Мы сегодня приготовили для вас вопрос, нужен ли дворовый спорт. Но вообще-то я думаю, что тему мы этим не будем ограничивать. Рассказывайте о том, когда вы были ребенком, как у вас дело со спортом обстояло. Вот у меня во дворе была хоккейная коробка, летом там гоняли футбол, зимой заливали все это дело, на коньках катались. Не скажу, что все стали профессиональными спортсменами из моего дворя, ребята, но, в общем-то, росли крепкими и закаленными, так что положительная роль была в этом. Конечно, мне кажется, что мы излишне много порой говорим о том, что нужно выращивать профессиональных спортсменов во что бы то ни стало, вот из этих ребят, которые бегают сейчас с мячом на улице. Как гласит народная мудрость, здоровому человеку спорт не нужен, а больному он даже вреден. Я все-таки считаю, что кому-то дорога, конечно, в большой спорт, на физкультуру, она необходима абсолютно всем. Занятие физической культурой – это такое же нормальное занятие, как чистка зубов, мытье. Это сбережение своего ресурса, своего организма. Кто этим не занимается и гробит свой организм, ну, что тут скажешь? Вложится потом в аптечные препараты. Да. Фармакология просто любит таких людей. Мы как-то вот не так давно, обсуждая выдачу справок для школьников, которые занимаются в спортивных секциях, уже поднимали эту статистику, которая гласила, что больше половины детей, занимающихся где-то помимо школы, занимаются именно в спортивных секциях. Это колоссальное число, да, если в среднем там 9, ох, сколько, миллионов? Миллионов, наверное, детей, и где-то вот половина — это спортсмены, так или иначе, там, намечащие в профессионалы или просто для общей физической подготовки. И все они, в общем-то, тратят деньги. Потому что, говоря о том, что давайте мы будем вводить детей в спортивные секции, тут же неизбежно встает вопрос, а сколько это будет стоить. И это вопрос, в общем, достаточно серьезный для многих семей. Чего ж тут говорить? Потому что в среднем российский школьник посещает секции и кружки, ну, где-то, значит, там, допустим, 3-4 раза в неделю. И около, ну, так сейчас приплюсую, около 4000 рублей в среднем. Обходится вот такое вот. Ну, все зависит, конечно, занятий от вида спорта. Есть, да, если дороже. Да, если ребенок занимается теннисом, гольфом, не дай бог, или не хоккеем, дай бог, теннисом. Да, это все довольно дорого. Ну, можно же ходить в тренажерный зал, поднимать железо. Так это совсем... тоже денег стоит. А детям, наверное, и нельзя это делать. Я условно говорю, я шучу. А я вечер, я за работу, я ответственно подхожу к вашим метрикам. Гантели никому не вредно поднимать. Вредно тонну груза поднимать за один раз. Шахматы поднимать тоже можно. Это недорого. До нас телезритель дозвонился. Давайте дадим ему слово. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представляйтесь и слушаем вас. Здравствуйте, Степанова Ирина Федоровна.
Добрый вечер, Ирина Федоровна. Слушаем вас. Ну, вот я смотрю, нужен ли дворовый спорт? Да. Дворовый спорт, конечно, нужен. Вот я, когда в свое время росла, в нашем дворе была площадка для детей, катались. За домом была площадка, значит, были баскетбольные кольца, сетка была волейбольная, теннисный стол был, канаты. Сейчас там площадка для собак. Во дворе, что был... Вообще ничего нету для Ирина детей. Ирина Федоровна, я с вами согласен. А кто должен сейчас заняться обустройством вот этой спортивной площадки? Сами жильцы дома, которого, возле которого она находится, сделать? Готовы бы сделать вообще это? Вообще, как бы и жильцы дома, и администрация должна. Потому что, вы знаете, как вот я смотрю, все только на левом берегу, как Орин там раз, это, для детей. Все. А у нас в Амуре, извините, вообще ничего не благоустраивает. Мы как заброшенный неизвестно какой поселок. Ну, Ирина Федоровна, согласитесь, что для организации не слишком серьезной спортивной площадки больших усилий не требуется. Некое выровненное, да, выровненное поле благоустроенное, чтобы там действительно никто машины не парковал. Ну, собственно говоря, добрая воля самих жильцов. Вы-то беседовали со своими соседями? Как они к этому относятся? Ну, какие бабушки-то уже, когда мы были маленькие, вот эти уже мамы стали, они бабушками. Им, конечно, вроде как дети орут под окошками, это не надо. Но дело в том, что вот эта, которая площадка была за 175-м домом по 24-й Северной, там она хорошая была площадка. Там, я говорю, можно все это сделать с усилиями даже администрации. Но там, извините, у нас некоторые депутаты выдвигались в депутаты, и там насадили, извините, деревья, которые не нужны совершенно. И выгул собак, и все. Поставили одну горку детскую и домик. И вот мы сделали площадку. А для остального... Да, я понял. Ирина Федоровна, спасибо огромное за ваш звонок, ваше мнение. Ну, в общем-то, я, наверное, разделяю мнение телезрителя, что спортивные площадки нужны, а вот благоустройство все-таки их... Смотри, да, ну, как бы, конечно, но я тоже, наверное, мы с тобой знаем те примеры, когда часто администрации или управляющие компании, ну, неважно, какому-то вот, какому-то уже такому более-менее организованному, да, сообществу легче выйти на, когда хотя бы что-то готовое есть, когда есть инициатива от жильцов. Да, согласен, когда хотя бы жильцы проявляют инициативу. А потом ведь, я сейчас попыталась припомнить, но ведь сейчас в этом году у нас выделена очень большая часть бюджетных денег федеральных на благоустройство дворов. Это какой-то проект такой идет, да, федеральный. Да, да. И сейчас жители могут заявиться, подать заявку, подать проект и сказать, давайте вот в нашем дворе мы наведем порядок. Там нужно привлечь где-то и деньги управляющей компании, и свои, и так далее. От жильцов денег фактически не требуется. Необходим проект. Который жильцы, конечно, делают сами, они его подают, этот проект рассматривается, и на него выделяются средства. Тут, что называется, вот уж действительно под лежачий камень вода не бежит, жильцы хотят, делают проекты. И, насколько я знаю, вот пока очень медленно идет реализация этого проекта, поскольку... Ну, не торопятся. Не люди торопятся, заняться благоустройством. Пока не знают. Так что вы, пожалуйста, посмотрите выпуски новостей, архивы где-то в интернете, попросите детей, внуков, постарайтесь найти старшие по домам. Вот сейчас ваше время сагитировать не только на субботник, но и на, вот, ну, на какое-то такое дело. О радостном немножечко. О радостном, да. Потому что... Еще вернемся к дворовым, но не можем анонсировать те большие спортивные события, касающиеся детской поддержки, детского спорта, уже, наверное, профессионального, которое в нашем городе в том числе проходит. 21 апреля у нас стартует 11-й международный турнир Кубок «Газпромнефть». Это одно из крупнейших детских хоккейных соревнований Европы в Омске и в Сочи. И наша команда там тоже будет принимать участие. А 12-й канал будет показывать? Да, мы показываем. 22 числа у нас будет прямая трансляция. Вы, пожалуйста, смотрите, переживайте за ребят. В 2010 году мы уже выигрывали этот кубок. Желаем, чтобы второй раз имя команды было высечено на нем. Это тот случай, когда мы можем выиграть кубок. Да. А вот параллельно с этим, с большой радостью мы говорим о том, что помимо вот этого турнира, который, конечно, титулованный, большой и значимый, есть в нашей области не менее прекрасный проект, может быть, не такой дорогой, не такой богатый, не такой масштабный. Называется он «Первенство Омской области по хоккею среди команд дворовых «Омские Орлята». Mm-hmm. В нем принимают участие как раз команды, состоящие из ребят, которые не занимаются хоккеем,
профессионалы, ну, как бы в каких-то секциях. Вот это настоящие дворовые команды. И для них вот уже третий год проводятся серьезные соревнования, где они могут ощутить вот вкус соперничества, вкус победы, получить свои призы. И это, конечно, мне кажется, то явление, которым мы тоже можем гордиться. Конечно. Мы должны этим гордиться. Да, чтобы вы чуть-чуть, может быть, познакомились, если пропустили или не знали о том, что есть такое, мы предлагаем посмотреть фильм, который не сейчас, а чуть попозже, 26 апреля. Мы предлагаем посмотреть короткий трейлер, анонс того, что выйдет в эфир замечательного фильма про замечательный проект. Евгений Шест. Один из самых результативных игроков советского и российского хоккея. Мы должны вернуться во дворы, в детские клубы, в дворовый хоккей. Уровень игры, демонстрируемый юными орлятами, растет год от года. Естественно, ребята подросли, стал азарт, наверное, больше. Вот долгожданный момент. Золотой команде Любинского района вручается кубок первенства «Омские орлята». Ну, невозможно это передать словами, надо протестовать. Третий областной турнир «Омские орлята» уже стал историей. Историей и живым примером того, чего могут добиться неравнодушные люди, если их хорошие, добрые и нужные идеи находят отклик в таких же неравнодушных сердцах. Ну и уж завершая тему хоккейную, просто то же событие, о котором вчера ночью нам сообщили коллеги. А вот те детки, которые сейчас играют непрофессиональные вот в этом первенстве, принимают участие, они же вырастают и потом где-то играть. И появляются уже взрослые любительские лиги. И вот одна из них, которая называется «Наша хоккейная лига», у них начался плей-офф. А вот накануне ребята сделали наконец-то себе кубок. Не было у них кубка, а теперь кубок Киселева будет разыгрываться. Сделали он его специально по заказу кузнец из самовара. И теперь этот трофей будет также передаваться от одной команды к другой, а в этой лиге играют 16 команд, в том числе и из районов, так что вот это то будущее дворового хоккея, которое может быть не профессиональное, но вполне себе такое. Есть знаменитая салатница, а у нас будет знаменитая самоварница. Ну что, у нас есть звонок телезрителя. Здравствуйте, в прямом эфире. Представляйтесь, пожалуйста, и слушаем вас. Алло. Да-да-да, добрый вечер. Меня зовут Мухаммед Амренов, я с Новошахского района, АУ Каразюк. Слушаю вас. Так, вот у меня вопрос. Вот почему нет финансирования вот, для сельских вот, любительских команд по хоккею? Вообще никакой помощи, ни со стороны администрации, никакой. Неужели нельзя вот этот вопрос как-то на... На самом деле это очень важная тема, да, действительно. Мы касались как-то вот этой темы. Безусловно, сельский хоккей, на селе очень любят играть в хоккей. Собственно говоря, наш климат просто способствует этому всему. Очень большое движение хоккейное в области и действительно недостаток финансирования. Ну, сложно сказать, почему такое не очень большое внимание. Я даже думаю, тут сейчас, может быть, время подключить наших гостей, которые придут к нам сегодня, и мы как раз поговорим о проблемах спорта, развитии спорта и вообще о разных направлениях спорта. Давайте узнаем, кто к нам сейчас придет. В гостях у программы «Тот еще вечер» президент, главный тренер гандбольного клуба «СКИФ» Василий Сгонник и самый рослый и, пожалуй, самый добрый игрок Федор Степанов. Как и вся команда, сейчас они готовятся к важному событию сезона. С 21 по 23 апреля в Омске пройдет всероссийское первенство среди мужских команд по гандболу высшей лиги. И «СКИФ» уверенно нацелен на второе место. Ну, давайте сразу быка за рога. Наш телезритель поднял важный вопрос на самом деле. Но давайте расширим тему. Вообще, насколько остра проблема финансирования для спортивных команд, и вот в частности для вашей? Насколько вам сложно найти деньги для того, чтобы продолжать играть? Во-первых, добрый вечер. Добрый вечер. Начал точно быка за рога. Ситуация на самом деле, если говорить про наш вид спорта, очень непростая, как в целом в стране, так и в частности в нашем регионе. Тут нужно говорить в первую очередь и о проблемах детско-юношеского гандбола, о спортивных школах, и о командах, профессиональных командах, начиная от команд Суперлиги и заканчивая командами, ну, скажем так, уровня попроще. Ну, давайте назвать вещи своими именами. Сегодня вы куете спортивную славу региона, потому что вы вышли в финал. Мы сейчас говорим о том, что, ну,
постучал бы по дереву, у нас тут стекло вокруг, не будем говорить, да, на что вы надеетесь. Но в целом очень здорово ваша команда себя показывает, правильно я понимаю? Ну, пока рано еще, конечно, об этом говорить, пока ну, еще ну, ладно, давайте, как все спортсмены, я не буду забегать вперед, но тем не менее, почему такое невнимание к вашему виду спорта? Он же зрелищный, динамичный, прямо вот смотришь, не отрываясь, когда он контактный, там есть место, где потолкаться, он настоящий мужской, и вдруг вот у нас футбол, который мы вообще непонятно где и что выигрываем этим видом спорта, и немножечко хоккей. Ну, к сожалению, это беда в целом нашей страны. И тут есть масса примеров, в частности, европейских стран, где гандбол очень популярен, где на гандбол приходят десятки тысяч людей, где им занимаются в каждом там, не то что городе, а в каждом там населенном пункте. Ну, то есть четкого объяснения этому нет. Просто, в какой-то момент... В советское время очень было все это популярно, там гандбол играли, там, как рассказывают, на любом, не то что на площадке, на любом заводе. Для этого же ведь ничего не надо, вот мячик. Очень все доступно, но в какой-то момент гандбол потерял свои позиции в плане популярности, и, соответственно, этому У меня по этому поводу вопрос, Федор, вот человек молодой. А можно было найти себя в каком-нибудь баскетболе продвинутом, там, может быть, в Америку поехать. Почему все-таки решил пойти в гандбол играть? А гандбол мне больше нравится, потому что он динамичный спорт. Как бы можно, как вы сказали, потолкаться, там место есть, где и показать командную игру. Как бы поэтому пришел на гандбол, понравился, и как бы вот до сих пор играю. И всем советую приходить на гандбол, потому что это, ну, очень интересная игра. И с тем же с футболом как бы не сравнится. Понятно, что командная игра, да, но... Тут как бы совсем другие эмоции, намного интереснее играть и приятнее. Да я согласен только с этим. Ты какой-то вопрос хотел, даже желать, я тебя перебил. Да у меня уже 56. Я так понимаю, это все, это дело жизни, ты не свернешь с этого пути. Нет, да, это дело жизни. И все как бы настроено только на результат. А я хотела вот, да, по поводу того, почему недостаточно внимания. У меня сразу два вопроса. Внимание кого? Зрителей или спонсоров? На вас где вообще посмотреть? Вот вопрос. Вещи взаимосвязаны. Будут зрители, ну и, соответственно... Спонсорам важно количество зрителей. И у спонсоров, конечно, интерес появится. Сейчас, я думаю, сейчас это поняли уже в любом виде спорта. Почему так? Это очень сложно на это ответить. Очень незаслуженно, очень мало внимания уделяется нашему виду спорта. Давайте придумаем план, как все изменить. Давайте пусть 12 канал показывает матчи гандбол. С чего бы начать? Вот что способно изменить ситуацию вот в таком? Ну вот, не отходя как бы далеко от кассы, буквально завтра мы, как вы уже сказали, начинаем первый тур финального этапа чемпионата России среди мужских команд высшей лиги. Пользуясь случаем, хотелось бы всех пригласить желающих. Где игра будет? В центр олимпийской подготовки «Авангард». Ближайшие 3 дня там будут играть 4 команды, занявших, получивших право выступать в этой финальной части. Я уверен, что каждая из этих игр будет очень интересной. Наша команда... будет играть в 14:30 завтра и в субботу-воскресенье в 14:00. Всем желающим добро пожаловать. А если у кого-то не получается, на нашем сайте, на официальном сайте гандбольного клуба «Скиф» прямые трансляции всех игр. Я знаю, настолько игра затягивает, что ваши соперники даже на крайние меры пошли, чтобы приехать. Вот Наталья нашла факт, что ну, ты там да, нарыла. Вот подтверждаем, действительно. У вас с «Энергией» же игра будет завтра? Да, завтра. Вот. Так вот, это команда «Энергия», которая из Воронежа. Ну, тоже в силу несладкой жизни, да, не сытой, вынуждена была продать клубный автобус для того, чтобы обеспечить приезд команды сюда, потому что для них это тоже дело чести все-таки доиграть эту войти и проиграть эти финальные игры. И это, конечно... уважение, потому что, ну,
Ну, а конечно, как, да. Покинуть, ну, вот и понимаешь, что зрителей. Это действительно дело жизни становится. Да, вот, молодцы. Вот опять же говоря... Но вы их за это не жалейте, все равно победите, хорошо? Их тоже жалеть ведь не будут. Не будут, хотя, конечно, непросто. Хотя они за автобус, наверное, будут биться ух как. Ну, а как ждать? Ну, вот видишь, можно было стоять, кого-то звонить, просить. Ну, тры-ты-ты, сделали, приняли ну, решение. Ну да, согласен, сделали. Нет, тут без вопросов, тут конечно. Вот так вот. Молодцы. Да. Так что, я смотрю, вы пришли к нам... С мячом. С мячом. Кто с мячом к нам придет... Тот мяч у нас оставит. Тот за мячом и побежит, да. Что это за мяч такой? Расскажите. Мне сказали, страшная штука, когда его с 7-метрового, да, у вас штрафной с 7 метров? Да, 7 метров. Вот, с 7 метров в ворота, в вратарю, с твоей-то силой, да? С какой скоростью летит мяч при этом? Мы не замеряем скорость, но вратарю приходится не сладко. Но штанги ломаются. Вратарю приходится очень, очень не сладко. На самом деле а бывает, что и поближе, чем 7 метров. Ну-ка, подкинь. Ох. Оп. Оп. Это мяч, в данном случае, это настоящий гонбольный, не какой-то там... Ну, он тяжелый, в данном он случае подарочный, но это настоящий гонбольный, официальный мяч Федерации гонбола России. То есть этим мячом играют и в высшей лиге, и в суперлиге. Я про этот мяч, конечно, не знаю. Я знаю, что, например, бейсболисты, вот мячи, которые не намного меньше вот этого, кидают со скоростями, которые достигают и 100 миль в час. Я не думаю, что ваши ребята-профессионалы там меньше кидают, да, намного меньше, вернее. То есть, если такой мяч летит и в лоб попадает, я не знаю, ну, наверное, может быть печальная всякая история. На самом деле, гандбол вообще очень... травмоопасный вид спорта и очень жесткий. Не с того вы сейчас начинаете завлекать молодежь к себе. Причем, ну, это же, с одной стороны, реклама. Начнем с того, что зато какой здоровый человек вырастает, да? Но это же полезно, он да? Он закаленный вырастает, конечно, закаленный. Это спартанцев практически. Он вырастает двухметровым красавцем, я бы так сказал. У нас телезритель дозвонился, здравствуйте. Представляйтесь, пожалуйста, и слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей меня зовут. Вот сейчас вы затронули тему трансляции гандбола. Угу. Мне кажется, не транслируют омские телеканалы, потому что нет места для трансляции баскетбола и гандбола, в частности. А хотелось бы, угу. А смотрели бы? Я думаю, что да, людям интересно, помимо хоккея, гандбол тоже такой достаточно интересный вид спорта. И правильно говорят, что в Европе он очень развит, и, ну, мне кажется, нужно... 12-му каналу делать трансляции. Вообще, вам не кажется, Алексей, что мы немножечко зациклены вот на некоторых видах спорта, вот они наше все, и больше никуда и никак, да? А Омская область может похвалиться другими видами спорта, и действительно... А что значит не хватает места? Нет, на самом деле это очень большое, абсолютно правильное замечание, это очень большая проблема отсутствия в нашем регионе специализированного зала для игровых видов спорта. Мы... вынуждены делить площадки и с баскетболистами, и с волейболистами. А вот специализированного места для проведения, к сожалению, у нас нет. Сейчас в этом направлении, конечно, ведется определенная работа, но все очень непросто. И абсолютно было сказано правильно, что место на самом деле, при всей нашей огромной благодарности к Центру олимпийской подготовки «Авангард», место, наверное, не совсем удачное для проведения трансляции. А что, как это можно решить задачу? Нужно совершенно новое помещение? Или у вас на примете есть такое помещение, где можно было бы играть? В идеале, конечно, это новое помещение. Это новый какой-то зал, какой-то спортивный комплекс. Ну, то есть что-то именно специализированное под игровые виды спорта. Мы не говорим только про гандбол. Мы говорим в целом и про баскетбол, и про волейбол. Очень бы нам это сильно не помешало бы в развитии. Ну да кто же спорит? У нас-то в жирные годы вот успели построить велотрек, и вроде бы как сейчас и великое счастье для тех, кто педали крутит. Да? Нам пока об этом только приходится мечтать. Есть еще одна такая важная составляющая, конечно, в будущем вида спорта. Это те дети, которые приходят заниматься этим видом спорта. Я знаю, что у вас вот этот сезон начался на такой красивой волне. Олимпийской. Ну да, все правильно. Что это и как это цепляет маленьких? Ну вот по поводу популярности вида спорта. На прошедших Олимпийских играх в Рио наша женская олимпийская команда выиграла золото. Причем в очень интересной борьбе. Я думаю, смотрела там, вся страна смотрела и переживала за них. И девчонки наши такие молодцы. И на самом деле это дало определенный толчок в развитии нашего вида спорта. Это вот
по поводу популярности. То есть, да, это мужской такой контактный очень вид спорта, но в него играют в том числе и прекрасные девушки. Ну, у нас в школе, когда мы занимались гандболом, у нас играли мальчишки и девчонки. Вы занимались гандболом? Да, у меня в школе, в одной из моих школ, где я учился, был гандбол, и девчонки, в общем, так кидали мяч, что не все мальчишки кидали. То есть я хочу сказать, что это вид спорта очень доступный, и он для всех. Для всех. Наша детская юношеская спортивная школа там занимаются как мальчики, так и девочки. Вот мы говорили сегодня про цену, ну, как бы обучения. Так понимаю, что тут не нужно вкладываться в экипировку практически участникам, ну, минимально, по минимуму, да? То есть тут основная задача – это создать условия какие-то для тренировок, то есть залы. Ну вот смотрите, экипировка, да, мяч. И вот нам еще гости наши принесли вот такую баночку, я сейчас хочу показать. Вот такое вот вещество. Без этой баночки это игры такое? Не будет, да? Ну, скажем так, без этой баночки совсем другая будет игра. Я так понимаю, на сленге это называется липа. Вот я уже немного, я уже, наверное, перчатку надевать не буду. Она приклеивает, да, мячик? Она, да, ну-ка. Но... Не будем портить подарочный экземпляр. Ну, да, смотрите, такое липкое вещество, скажите, но вот эта штука, она обязательна или это все-таки для профессионалов? Нет, ну это скорее уже для, угу. Да, скорее для профессионалов, хотя ей уже сейчас и дети пользуются. Ей не обязательно совершенно, можете не пользоваться. Можете не пользоваться. А просто... что она дает? Просто вот что мяч можно крутить там? Дай пальчик. Лучше сцепление с мячом. Не чувствуешь? Ну, чувствую, да, такая. Это я чуть-чуть, вот, а если смажешь всю ладошку, то мяч будет просто приклеиваться, да? И ладошку можно... все мазать не надо. Кончики пальцев. Кончики пальцев, кончики, да? Пальцев, да. А в итоге мяч будет мяч, весь лип. Потому что если всю ладошку и вдруг неожиданно проиграл, так за голову схватился, да? И все. Волос немножко меньше стало. Я знаю, что вы, вот говоря тоже про вот эту олимпийскую волну, в промежутках у вас есть 15-минутные, да, перерывы между, да, таймами. Вы с малышней играете тоже? Пытаемся что-то показывать. Приходят... Дети выходят, пробуют какие-то технические приемы на площадке прямо во время перерывов. Я, если честно, мы это особо не видим, потому что в это время немножко другими вещами заняты в раздевалке. Давайте о главном. Что нужно, чтобы прийти к вам начать заниматься? Возраст, спортивная подготовка какая-то нужна и куда прийти? Рост, вес. В первую очередь желание. Так, хорошо. Желание. Вот, допустим, есть сейчас после этой передачи, у кого-то появится желание ребенка привести своего к вам. Нужно прийти, есть вся информация о нашей спортивной школе на нашем сайте. То есть при желании все это можно найти. Основное место — это ДК «Рубин». Также есть несколько общеобразовательных школ, где проводятся занятия. Всю информацию с контактными данными тренеров, с расписанием занятий. Явки, пароли, все в интернете. Набор сейчас вот на сентябрь, или это нужно к осени? Или можно вообще в любое время прийти? Ну да, ну так. Можно прийти в любое время. Можно прийти в любое время, ну, естественно, соответствовать по возрасту там. Ну, с какого возраста берете? Это уже 8-9 лет начинается. 8-9 лет, да? И заметьте, дорогие наши зрители, олимпийский вид спорта, можно что такое? Что-то на сайте про нас написано, что сегодня у нас в гостях как раз Василий Сгонник и линейный Федор Степанов. Я вам показываю сейчас, как выглядит сайт, так что заходите, все работает, абсолютно все здесь есть, все обновляется. Вот. Так что, да, я хотел сказать, что вид спорта олимпийский, потенциал для роста и расти куда есть, а чем больше людей будут приходить в гандбол, тем он будет популярнее. Ну и там, глядишь, и помещение построим, и мы будем уже выезжать, транслировать матчи ваши. Я на это очень сильно рассчитываю. А чем скорее мы начнем это делать, тем быстрее мы поднимем славу омского гандбола, который растет год от года все лучше и лучше. Еще раз напоминаю, что наша команда в финале. И... Высшей лиги. Ну а дальше уже, как мы и договорились, прогнозов не строим, да? Успехов вам больших. Хороших игр, красивых, красивых счетов. Да, ну а вы телевизор смотрите, приходите матч, смотреть мяч. Гандбол в ближайшие 3 дня в центр «Авангард». Ух ты! Смотрите, нам дали приглашение. Приходите все, мы точно пойдем. Но я думаю, что пойдем, если время выиграем. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. Ну что ж. Гости у нас замечательные сегодня. На личном примере доказывают, что чтобы заниматься серьезно спортом, отнюдь не надо получать огромных гонораров. В общем-то, мне жаль, что они, конечно, этого не получают. И, в общем, держат спортивную марку в области, можно сказать, вопреки, а не благодаря. Но молодцы, потому что они действительно делают
спортивную славу нашему региону, нашей Омской области. Да, и вот много было, вот сегодня, допустим, вопрос о там, спонсоры любительской команде, ну там где-то какая-то поддержка. Надо самим рвать, искать, требовать, просить. Ну, надо, конечно. Ну, это такое время, когда вот надо любить, и если не можешь не делать, ну, делай тогда. Я просто очень рассчитываю, что это время к нам придет, потому что, как свидетельствует мировая практика, безусловно, даже самые, казалось бы, незначительные игры студенческих команд, дворовых команд, они очень широко в странах соседних с нами освещаются, рассказываются о них, целые лиги существуют, и уж говорить о том, что какое-то спонсорство там искать нужно, не приходится, потому что всегда находятся люди, которые поддерживают развитие спорта, и по большому счету, мне кажется, странно, что надо заводить об этом разговор, потому что развитие спорта вот на таком вот базовом уровне, это есть главная задача, потому что благодаря этому вырастает здоровое поколение, которое будет спортсменами, не будет спортсменами, оно будет здоровой частью общества, на которое, ну, элементарно не надо вкладывать большие деньги на врачебную помощь. И мы сегодня спрашивали у вас, а, собственно говоря, с чего начать, где сейчас те самые слабые места, возможно, в которые нужно вот больше вложить внимание. И по вашему мнению, прежде всего, нужно больше открытых площадок, качественных и бесплатных. Также голосовали за мнение, нужно больше примеров для подражания, необходимо обеспечивать экипировкой, по крайней мере, ну вот, может быть, какие-то отдельные виды спорта. Нас уже нужны хорошие тренеры. Есть и те, у кого все хорошо, устраивает, все успешно и работает. И это тоже здорово, что есть ответы и на этой графе, ну, почему нет? Раз это работает. Здорово. Приятно констатировать. Поиграем в мячик после эфира? После, да. Лови. А еще на пляже играют? Да давай потом. Сейчас мы попрощаемся. Да. Сегодня этот вечер вместе с вами провели Владимир Мутовкин. И Наталья Рогалева. А в понедельник ждите наших коллег Наталью Змагу и Андрея Крылова. Впрочем, не только их, потому что вечер будет просто феерическим. О, да, следующая неделя преподнесет вам множество сюрпризов. Хотел бы сказать, не переключайтесь. Ладно, на выходных немножечко отдохните. А сейчас мы с вами попрощаемся и готовьтесь ко множеству сюрпризов. Ну, всего вам самого доброго. Отдыхайте, смотрите и до скорых встреч. Берегите себя и хороших вам вечеров.